Матещинские волонтеры и экологи вновь вышли на субботник. Этой осенью под эгидой контрольного управления проходит серия мероприятий, направленных на поддержание чистоты и сохранение природных ресурсов. Очередную акцию «Экодежурны по стране» провели на берегах Яузы. Для активистов разработали маршрут, на котором обозначили все проблемные точки. В поле зрения попали не только места, где матещинцы массово отдыхают, но и участки, где со временем складируется строительный мусор. Причем ударили, что называется, по-больному сразу со всех сторон. Сотрудники лесопаркового хозяйства исследовали участки на воде, а с противоположного берега помогали сотрудники 17-й специализированной пожарно-спасательной части и студенты волонтерского центра «Вместе». Кстати, весь собранный в ходе акции мусор отсортировали и отправили на переработку.